Хей, друзья, всем привет! Ну что, как ваше ничего? Надеюсь, что отлично! Что-то я на несколько дней пропал, но, как говорится, настало время набирать обороты. И сегодня у нас новая работа от группы Northlane, господи, как я ненавижу их проговаривать, но тем не менее, сути дела это не меняет. В общем, их новый трек Plenty. Сейчас мы будем смотреть, к сожалению, клипа нет, есть только official visualizer, поэтому сейчас посмотрим. Но в целом, стоит отметить, что это уже третий сингл, первый был очень крутой, очень понравился, второй был... Ну, как-то так, что-то между типа неплохо и типа круто, поэтому третья работа сейчас должна расставить все точки над «и». Либо нас ждет очень крутой релиз, либо нас ждет что-то... Ну, будем надеяться, что будут топовые треканы на альбоме, хотя бы несколько. Так что давайте усаживаемся поудобнее, кайфуем, очень сильно надеюсь, и потом обсудим, что в итоге мы ждем или не ждем. Так что давайте, я нажимаю на play, вы нажимаете на полный экран. Погнали! Хочу в такт. Ладно, подождем, когда будет что-то более-менее ровное. Это снова прог-металкор? Серьезно? Круто. Вот это они скачут, конечно, по жанрам. Прикольно, прикольно, это я даже немножко скучал, наверное. Вокал, как всегда, прекрасен. Да почему я не могу правильно визуалайзер? Конечно, неплох, но... Против Bad Domains, конечно, проигрывает. Слушайте, они прям реально вернулись к прогу. Прям вот неровные. Не совсем линейные рифы, это круто, это прям, ну, лайкосик. Но при этом они сохранили вот это вот местами попсовость кусков и... Это круто, это очень круто. Нас, кажется, ждет год сладких релизов. Осталось еще Sleep Token вот выпустить что-то прям еще новенькое, и прям все. А, нет, все, я даже не буду пытаться, у меня опять башка сломается. Стараемся двигать просто ровным тактом. Ну, ха-ха.
Окей, хорошо. Допустим, это уже имеет место быть. Я, правда, теперь вообще не понимаю концепцию альбома, в каком он будет стиле, больше прог-металкор, больше нью-металкор или просто металкор. Но, тем не менее, это зарождает некую нотку интриги. Что же все-таки нас ждет? И стоит отметить, что эта работа мне понравилась больше, чем второй сингл, который мы смотрели. Но все еще не могу понять, конкурирует ли она с самой первой работой, потому что первая была прям очень сильная. Первая, конечно же, сингл из грядущего релиза, а не совсем какие-то предыдущие работы. Он был прям и драйвовый местами, и энергичный, и очень крутые там были припевы, очень крутые куплеты. И я все еще не могу вот сейчас решить, нужно будет потом включить их по порядку, да, то есть первый сингл, это сингл, чтобы решить, какой мне нравится на текущий момент больше. Но эдакое желание ждать альбом, оно все-таки снова появилось. Есть надежда на то, что будет больше одного или двух крутых треков, поэтому это хорошая новость. Визуалайзер, какое мерзкое слово. Короче, аудио-стримчанский достаточно простенький. По отношению с тем, что мы с вами смотрели у Bad Omens совсем недавно, он, конечно, проигрывает, потому что там он сделан куда приятнее, на него куда приятнее смотреть. Он вызывает и такое ощущение мини-клипа здесь. Ну, кроме как выключить монитор, если честно, никакого желания не было, потому что, ну, совсем простая картинка, ну да, помехи местами, это, наверное, типа круто, но на самом деле нет. Поэтому за визуалайзер, господи, серьезно, меня прям убивает меня это слово. Не респект, а вот за треканчик, конечно, огромный респект. Уважуха, прог МК, ребят, круто. Хоть кто-то делает хороший, интересный прог МК, потому что мы сами тут недавно смотрели тоже прог МК, и там, если честно, было разочарование. Поэтому вот эти ребята немножечко дают надежду. Так что, Нортвейн, спасибо вам. Ждем еще каких-то новых релизов, клипов. Конечно, будет круто, если это будет полноценные клипы, а не какие-то визуализаторы. Поэтому очень ждем новых анонсов. И в целом, друзья, пишите, что вы думаете по этой работе. Как вам трек? Ладно, видео мы не будем обсуждать, потому что, ну, его здесь просто нет. Как вам этот трекан по отношению с двумя предыдущими синглами? Чего ждете от альбома? Какие вообще у вас есть слухи? Может быть, вы что-то узнали инсайдерское о том, что нас ждет на альбоме? Обязательно все это пишите, давайте поболтаем. Ну и, конечно же, огромное спасибо, что были со мной. Надеюсь, вам понравилась эта реакция, понравилось видео. Если да, то обязательно жмякайте на подписаться, что стесняться-то, друзья. Нужно оставаться на канале, ведь вам это нравится, а мне нравится делать это для вас. И, кстати, не забывайте писать рекомендации, что еще нам с вами надо посмотреть, потому что так много в мире релизов, которые мы еще не смотрели, а надо и обязательно стоит. Так что пишите, не стесняйтесь, обязательно все это с вами посмотрим и кайфанем. Ну а пока, друзья, я говорю вам пока-пока, до скорых встреч, не прощаемся и, конечно же, ну куда уже без этого. Люблю, целую.